Добрый день всем добрым людям. И я хотел сказать, что в нашу частную музыкальную школу поступил на реставрацию вот такой баянчик. Баянчик, видавший виды. Под названием, вы сами видите, я не вижу, вот сейчас вижу, дебют. Баян-то добрый, хороший, но он был изготовлен примерно 45 лет назад и 5 месяцев. То есть, видавший виды, он уже потерял внешний вид. Я имею в виду, многие части потеряли ремни. Тут требуют, чтобы их выбросили, да. Все они уже истрепаны. Вот, так же, как и мех тут уже потерпел, что называется, изменения в связи с возрастом сего баяна. Вот, так что придется работа по реставрации этого инструмента. Баян довольно удачный, фабрикой был экспериментальный московской сделан, довольно хороший. Чем отличается от других инструментов, от других баянов? Тем, что он не имеет большого веса, довольно легкий. И здесь, значит, клавиатура, а точнее голоса устроены так, что здесь нет трехголосия, нет четырехголосия на одну кнопку, здесь этого нет. Здесь обычное двуголосное звучание, да, но в разлив, так как, допустим, сравнить можно с гармонию «Чайка». Там «Чайка» основная идет, гармонь, что она двуголосая, и с разливом. Поэтому благодаря разливу создается объемное звучание и довольно сильное звучание. Вот, именно для русских песен народных, для частушек, для хороводов и так далее. Вот, пожалуйста. Он звучит как пожарная машина. Конечно, такой инструмент стоит реставрировать, разбирать его на запчасти еще рановато. Как поется в песне, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Так же и с этим инструментом. Инструмент должен служить. Поэтому здесь будет покраска корпуса, здесь, значит, будут все вот эти фильтры мною заменены. Вот они уже желтые все, коричневые стали, желтые и так далее, и так далее. Ну, это изнутри будет меняться. Вот. Также вот это, допустим, крышку я буду полностью снимать, буду лакировать ее. Вот, здесь покраска будет уже, потому что везде отвалилась краска во многих местах. Вот, и так далее, и так далее. Ну и по меху, конечно, придется поработать, потому что мех тут тоже имеет изменения довольно приличные. Вот, внизу он вот так выглядит. То есть, о штаны, о брюки музыканта довольно хорошо потерся, значит, этот мех, поэтому реставрация начнется с завтрашнего дня. Ставьте лайки, дорогие друзья, кому это интересно, потому что я попробую еще несколько роликов сделать на тему ухода за этим баяном, на тему технического ухода вот за этим баяном под названием «Дебют». Итак, с вами был музыкант, баянист Сергей Замбровский.